товарищ на месте его дома планирует построить детский садик. Он говорит, я никому ничего не дам. Вот на его участке планируют построить детский садик. И почему у вас... С какой стороны? Кому? Коммерческие фирмы, чтобы они бабки зарабатывали, да? Чтобы бабки зарабатывали, да, коммерческие фирмы? Вы школу построили на свободном месте, да? Занят на коммерческое жилье на свободном месте. Уважаемый. Школу, садик, на собственности земельной. Мы сейчас... Вы сейчас, да, вы сейчас... Вопросом. Вот давайте...